Здравствуйте, дамы и господа, с вами канал Джулия. И сегодня я буду готовить вновь салат советской эпохи под названием «Империя». Я сейчас на тарелочку уложила картофель, я натерла его на терке, покрыла его майонезом. И следующий слой я буду укладывать тунец. Но можно уложить любую рыбу, печень трески, там сайру, все что угодно. У меня в холодильнике оказался тунец, значит, тунец пойдет в этот салат. Так, поверх картошки я уложила тунец. Тунец я закрываю зеленым луком. Следующий слой у меня идет яйцо. Натертое на терке. Яйцо я покрываю майонезом. Так, следующий слой — сыр. Так, далее следует натертое яблоко. Яблоко я закрываю морковью. Почти каждый слой этого салата покрывается майонезом. И последний слой я все это покрываю грецкими, молотыми грецкими орехами. Такой салат подавался в Советской империи в очень дорогих ресторанах, поэтому он и назывался имперским. И, по сути дела, в советское время он считался, этот салат, самый дорогой, потому что здесь и тунец, и орехи. В то время они были дорогие. А сейчас мы можем себе позволить все, что угодно приготовить. Даже такой салат. Вот, все. Так, вот, друзья, имперский салат мы готов. Я приглашаю вас к столу. И до новых встреч